Вот здесь первая травушка у нас с вами, муравушка наша, она будет самая-самая, вот в такой тяжелый период, я хочу сказать, сначала мы поставим на первое место с вами, конечно, землянику. Земляника лекарственная. Вот посмотрите, как интересно. Растения, очень много гепатопротекторов, серьезных, которые действительно будут работать. Но мы говорим почему-то о землянике. Потому что земляника чудесно, именно цвет и рис собраны в момент цветения, воздействует прекрасно на обменные процессы печени. Обязательно воздействует замечательно на мочеполовую систему, на почки. И более того, гастропротективные, значит, функции улучшаются при помощи цветов и листьев земляники. Более того, так как мы с вами говорим только в свете, рассуждаем в свете доказательной медицины, то, конечно, говорим о том, что вот совсем недавно еще две работы в течение года и полугода появились одна за другой. Замечательные кандидатские работы, которые так и называются, гастрозащитные функции земляники лекарственные. Вот вам, пожалуйста. Поэтому можете посмотреть, обозначить для себя эту работу и просмотреть ее. Гастрозащитные функции, гастропротектор. Вот посмотрите на весь практически пищеварительный тракт. Выравнивает pH, так сказать. Это уровень кислотно-щелочного равновесия, буферную систему крови. Значит, это тоже один из важнейших аспектов. Более того, мы говорим о том, что это еще и витаминное. Это растение, которое замечательно содержит великолепную аминокислоту, о которой мы с вами говорили. Это пролин, гистидин, изолицин. И лицин. Это как бы то, что одна из таких композиций, которая очень хорошо работать будет с печенью. Имеет и противовирусные, посмотрите, действия, противовоспалительное действие, противоопухолевое действие. Мы немножко сегодня даже коснемся с вами, наверное, в конце нашей встречи, вот именно сегодняшнего дня, немножко углубимся именно в аминокислоту пролин. Мы немножко ее паспорт разберем, чтобы точнее это понимали. И когда мы говорим, видите, да, составляющие в растении пролина, будете разбираться гораздо лучше. Так, значит, если мы вот нарисуем вот хотя бы вот этот небольшой портрет, уже говорим о том, что земляника может существенно улучшить обмен веществ, в частности, в печени. И повлиять на очень многие уровни обмена печени.